Чуть больше 2 месяцев остается до выборов депутатов Государственной Думы страны. На минувшей неделе в Москве партия «Единая Россия» приняла предвыборную программу и утвердила кандидатов по одномандатным округам и партийным спискам. Итоги съезда сегодня подвели в региональном отделении «Единой России». Кандидаты от Чувашской республики поделились своими впечатлениями от работы на дискуссионных площадках и участия в пленарном заседании. Именно там приняли предвыборную программу партии. Политики отметили, что в итоговый документ вошли предложения и наказы избирателей со всей России, в том числе и жителей нашей республики. Те обещания, которые будут даны депутатами от партии «Единая Россия» разных уровней, что касается поселковых советов, районных собраний депутатов, городских, региональных, ну и федерального собрания, они все должны иметь основу для реализации. Партия «Единая Россия» сегодня ведущая политическая сила. Если мы сегодня будем слышать людей, нашего избирателя, то я уверен, что вместе с президентом Владимиром Путиным мы многое можем сделать и многое нам по плечу. Николай Малов также прокомментировал свой переход из кандидатов по одномандатным округам в партийный список. По его словам, такое решение принял центральный аппарат «Единой России». Как руководитель чувашских единороссов, Малов намерен работать на результат партии в целом. Отмечу, его пример не исключительный. Всего по стране «Единая Россия» не выдвинула своих кандидатов по 18 округам из 225. Напомню, в региональную группу МРЛ Мордовия, Нижегородская область, Чувашия вошли заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова, секретарь республиканского отделения партии Николай Малов и депутат Чебоксарского городского собрания Николай Владимиров. По Чебоксарскому одномандатному избирательному округу выдвинут глава столицы республики Леонид Черкесов.